Эй, здравия, дорогие друзья! А мы находимся на прекрасной речке Сейм. Это в Конотопе. Я сегодня попал в Конотоп. И какая здесь прекрасная река. Очень тихая. Прям как озеро. Водичка чистющая. Просто вода чистющая. Даже рыбки видно плавают. Сколько классная водичка. Шикарная здесь речка. Просто замечательно. Вау. Очень красиво здесь. Здесь мы проведем 3 дня. Будем проводить славянские церемонии. И чтобы быть больше, я буду держать вас в курсе. Но шикарно. Просто здесь какой прекрасный воздух. Какая прекрасная. Очень замечательно. Просто очумительно. Тихо, спокойно, красиво. Эй. Чай. Природа шикарная. Не так много мест сегодня можно найти, где чувствуешь себя настолько спокойно и умиротворенно, как это здесь. Конотоп. Мы всего лишь полчаса езды от Конотопа. Очень красиво. Шикарно. Люди отдыхают. Сегодня суббота. Сегодня суббота. Эй. Ну вот, друзья, пожалуй, все. Stay tuned. Буду держать вас в курсе с того, что здесь происходит. С вами Ярослав Мудро-Воронцов, Академия семейных отношений Веда Дом и тренинговый центр Green Mind Life. Очень здорово здесь, я скажу. Давайте пройдемся вместе по этим кустарникам и зарослям. Ощущение интересное, когда на камеру будет смотреть. Но очень классно. Я приехал, ощущение просто, я опьяненный просто этим состоянием здесь. Это всего лишь 3 часа езды от Киева в это место. И вот такой тропинка вас я веду. И иду сам. Очень здорово. Да, замечательно. Матушка природа, что еще может быть лучше, когда мы находимся наедине с природой и можем заряжаться, наполняться, чтобы потом делиться. И посещая такие места прекрасные. Эй, как красиво, какие листочки. Замечательные. Всего лишь мелочь-то, да, казалось бы, что тут листочки какие-то. Но вот если, я считаю, что если мы можем наполняться, радоваться такому состоянию. Просто природа, простая природа, простые листочки, простой лес. Если мы можем радоваться от этого, это уже много. У вас есть уже бесконечный источник энергии, который вы всегда можете подзарядиться. Поделился, подзарядился, подзарядился, поделился. И так проходит. Интересные цвета, цветочки. Эй, очень места такие дикие, натуральная природа. Здорово. Ну, сделаем паузу, что там дальше. А это костер, который мы будем зажигать немножко позже. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Эй.